Ну что же, всем привет, дорогие друзья, вы как всегда на канале Лупуп. Сегодня мы вместе с вами плавно перемещаемся на сайт GDrop, пополним данный сайт на 10 тысяч рублей обязательно. Если ты захочешь пополнить, просто вот сюда вот КСЛУ вводишь, 11% наполнения тебе дает. Что ж, а мы поехали поскорее начинать. Начнем мы, как обычно, наверное, с кейсиков магический. Хотя стоило бы начать, наверное, с полетов на драконе, ну ладно. Сейчас еще к ним вернемся обязательно и посмотрим, что у нас будет там. Магический кейс только дооткрываем. Кстати говоря, неплохо даже ставит, возможно. Ну, последний кейс подкачал. Окей, давай на драконах сейчас полетаем сразу же. 205 тысяч почти дошли до самого конца. 250 это конец уже. Так, 205, пожалуйста, за 7 тысяч... От пополнения 7000 рублей, дракончик, пожалуйста, пролети чуть подальше. Ну что ты, 3500 пролетел, ты что гонишь? 104 рубля. Бать, спасибо. Ладно, давай за 2500 посмотрим. Мало ли там будет что-то интересное. 1000 есть, 1500 есть, 2 есть, 3. Почти 3, ты, почти... Нет, 2500, вру, какие 3. Хорошо, черный песок продать и последнее за 500 яичку покупаем. Смотрим, что тут у нас. А тут у нас 200, 300, 400, 500, 600, 700, 700 метров пролетел. Ну как бы и на этом спасибо тебе большое. 15 рублей, понял. Давай, ладно, все в контракт запилим. 8000 рублей, посмотрим. Да-да, нет-нет, как говорится, правильно. Понял. Скорее нет, чем да. 5000 рублей нам с тобой падает. Окей. У нас еще есть бесплатные кейсы, которые мы выбивали, наверное, уже видосы 3 подряд. Побор курва первый. Поехали, посмотрим. В живом цвете эмочка. Ну ладно. Не так уж все плохо. Я надеюсь, по крайней мере, 1300 рублей. Да, не все так плохо, как казалось на первый взгляд. Хорошо. Есть еще где-то вот тайная только что выпала. И, по-моему, все, наверное, да? Надо проверить на всякий случай. Может быть, вот здесь что-то. Нет, нету. Ну окей, ладно. Давай тогда магически один раз откроем и сделаем контракт. Фосфор, блядь, минус 1500 рублей. Охуенно. Спасибо большое. 3000 рублей контракт. Смотрим, что тут у нас. 8000 рублей дробь. Ладно, ладно. Пока что не выскребываюсь. Пока что деньга есть. 10 тысяч рублей наш баланс с тобой держит. Хорошо. Плюс, плюс, плюс. Это всегда приятно. Еще небольшой плюсик. Отлично, 300 рублей. Минус хороший. Ладно, ничего страшного. Опять минус 600 рублей. Ничего страшного. Еще, пожалуйста, поставь что-то хорошее. Ну, не унувар за 3600. Ладно, того сколько здесь денежек? 10,5 тысяч рублей. Плюс 1300. Ну, окей. 11 тысяч рублей держит. Хорошо. Ну, минус 400 рублей, не критично. Ладно. Магический кейс, я тебя прошу, окупи меня сегодня. И мы с тобой будем хорошими друзьями. И я всегда буду на тебя заходить, как и раньше. 1200. 1500. И последний кейс. 580 рублей. Охуеть, сколько это денежек? 5111 рублей. Маловато будет. Еще сейчас подъебет, да, в контрактах? Да, подъебал. 4300. 4300 это прям, ну прям плохо, реально. Пламя дракона, 5 кейсов. Вот так, бац, бац, бац. Один окуп, кстати говоря. 2600, контракт. Пожалуйста. 2700, ебать, вот это контракт. Давай на 1005 поставим, пускай, почему бы и нет. 45% шанс, хороший достаточно, я думаю. Да ладно. Нет, зашел, хорошо. 5000 рублей продаем. 6300 наш с тобой баланс. Давай 5 кейсов гидры тогда. Окей, 0. Минус. 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 А, плюс даже небольшой. И это 0. 5200. Вместо 6. 800 рублей съел. Окей. Может быть контракт? Да нет, ты что гонишь? 4300 уже остается баланс. О, 4800 баланс. Как раз на 4 кейса хватает. Даже не хочу досматривать. Минус. Плюс, минус, минус. 3300. G-drop, ну ты чего сегодня так подъебываешь-то?
2000 рублей. Понял. Подъебал на жестко. Жестко прям. Вот, вообще по-другому не скажешь. 2400 не хватает. Ладно. Пламя дракона, 3 кейса. Контракт. Один окуп. 1200 рублей. Апгрейд. 400 рублей. Еба, 400 рублей. Спасибо большое. Апгрейд на 4000. Не залетит, я уже вижу. Хотя... Нет. Ебало жестко. 400 рублей наш с тобой баланс. 2600 нужно еще продать, чтобы открыть кейс элитный. Но мы сейчас проскипаем с тобой бесплаточки. Может быть, с них что-то выпадет. Может быть, бесплатный кейс откамбэчат. Пожалуйста, золотой. Давай посмотрим. Что-то хорошее дай. Ну, легион Анубиса. Ну, пускай, окей. Платиновый. Посмотрим, что тут. Давай камбэк с бесплатных кейсов. Давно такого не было. Императорский дракон. Ебать, что это? Продать все, окей. 3000 рублей. Спасибо большое. Вот так. Ой-ой-ой. Хорошо, ладно, купились. 500 рублей поставила. 3500 контракт. Смотрим сюда. Падает нам 9300, ебать. Спасибо, камбэк с бесплатных кейсов. Ждал кто-нибудь? Я лично не ожидал точно. Окей, поехали. Хотел сказать апгрейд, бесплатный кейс. Галил Цербер. Сколько ты стоишь? 2300. Ну давай, 1000 на 5 еще поставим. Мало ли. Хорошо крутится, по-моему, зайдет даже. Отлично, отлично. 5000 рублей еще. Охуительно. 14 тысяч рублей. Просто благодаря бесплатным кейсикам. Приятно, реально, это очень приятно было. Баланс и оружие, приятно, хорошо. Контракт, нужен сейчас один грамотный контракт. И все. И все тогда у нас с тобой будет хорошо сегодня, джидропик. Пожалуйста. Ну окей, блять, кейс бесплатный. Современный охотник. По-моему, здесь даже не пахнет. Ну да, даже не пахнет. 9500 рублей. Контракт. Смотрим сюда. 8800. Ну как, блять, как, сука. И 5 кейсов воин дракона. Поехали. Минус, минус. И 0. Минус и минус. Отличные шансы, кстати говоря, сегодня на джидропе. Прям вообще балдежно, я бы сказал. 7 минут, а баланса опять как и не было. 2000 рублей падает. Да, это гон ебаный, я не знаю. Ну 10 тысяч рублей, если ставишь, будет хорошо. Если нет, то как бы... Будет достаточненько обидненько. Стой, пожалуйста. Отлично. 10 тысяч ставит. Ну, блядь, это мое пополнение сегодняшнее. Ну ты чего, блядь? Ну это смех какой-то. Приятно. Кстати, сейчас приятно. Плюс 2500 рублей. Давай контракт, пожалуйста. Окупи нас сейчас. 12500 рублей. 22. Ну вот, ну ты же можешь. Ебаный в рот. Ну наконец-то. Окей, кейс за 20 тысяч рублей поношенная. Если что-то хорошее даешь, 1030, я вывожу. Просто мне хватило сегодня уже минусов. Черный галстук, перчатки, сколько вы стоите? 27, вывод нахуй. 4000 рублей, делаем вам скинчик на розыгрыш. Я считаю, будет приятно выиграть с ничего. С ничего, 1984 рубля, пожалуйста, давай. Давай сделаем грязь. Понял, пульс. Это не грязь. До 1200 рублей ставим, не до 12 тысяч рублей, парень. Не-не-не, куда мы разогнались. Синий глянец, калашек, поехали. Урод. Просто моральный урод. Вот так. 1200 рублей и ставим на что? Окей, продали. Пламя дракона. 3 не можем, 2 кейса, апгрейд. Неоновый гонщик, кстати, выпал. И 1200 рублей. Ставим на синий глянец. Хочу синий глянец сегодня разыграть. 16% шанс, почему бы и нет. Стой, пожалуйста. Стой. Отлично, синий глянец еще отправляется ребятам в розыгрыш. Того, с 10 тысяч рублей нам удалось сегодня утащить 30 тысяч рублей. Это приятно. Что ж, всем спасибо за просмотр данного видеоролика. Обязательно не забудь подписаться на канал, поставить лайк. А так, всем удачи и всем пока.